Диабет, это, по словам Мурашко, не с действующим веществом семаглутид, а проходит процедуру регистрации. Россия считает свое сотрудничество с Африкой одной из основ будущего многополярного мира и планирует развивать эти связи, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на встрече в Каире с президентом Египта Абдель Фатахом Ассиси. Секретарь Совбеза отметил, что Москва также возлагает большие надежды на БРИКС, который трансформируется в глобальную структуру. Он упомянул о присоединении Египта к этому объединению. Официально Каир войдет в БРИКС с 1 января 2024 года. Планы Болгарии передать Украине.